Полиция в огне. Правда, условном. По легенде учений, загорелся один из кабинетов уголовного розыска, расположенный на втором этаже. Дым распространился по всему зданию. На помощь стражам порядка приходят огнеборцы. Полицейские активно изображают погорельцев. После переклички выяснилось, не хватает нескольких человек. Тем временем пути эвакуации уже перекрыл огонь. Стражи порядка спасают с помощью выдвижных автолестниц, батута и пожарного рукава. Есть! Сотрудники МЧС вынесли из огня 9 полицейских. Трое из них условно отправлены в ожоговый центр. Пожару присвоена третья категория сложности. На пожаре привлекались подразделения города Перми в количестве порядка 40 человек, 8 единиц основной техники и 3 единицы специальной техники. Действия личного состава МЧС, а также действия сотрудников управления МВД оцениваются как удовлетворительно. Сами полицейские считают, что заслужили более высокий балл. Действовали в обстановке, приближенной к боевой, говорят стражи порядка. Вовремя эвакуировались сами и вынесли из огня ценное имущество, материалы уголовных дел. Сотрудники обязаны, как положено, в соответствии с инструкциями эвакуировать, сложить всю документацию в мешки соответствующие, опечатать и эвакуироваться вместе со всей этой документацией из здания. Цель учений – отработка взаимодействия между представителями силовых структур МВД и МЧС. Подобные мероприятия проходят дважды в год, но пожарные каждый раз усложняют полицейским задачу. Елена Иговцева, Антон Лифанов, телевизионная служба новостей.